На стандартном. Чё? 40. Побежали. Побежали, куда идем? Не знаю, надо подойти в упор и вернуть танк. Вам хоть эти РПГшки дать? А вы, может, машина? Можно мне РПГ-7. РПГ-7? Да. Шнафи ничего нет. Вам гранаты противотанковые выдать хоть одну? Да, у меня 3 штуки. Ну вот хотя бы одну. 2 дал. У саперов сетчево есть, у саперов были у каждого модели. Что ты делаешь? РКГ. Гранаты. 40 РКГ. Ну давай. Я, кстати, не испытывал РКГ на Шермане, поэтому не знаю, какой эффект. Поехали, мужики. Бонзай, бери одну. Ну мне так, если я подойду к танку. А дыма ты зашла, если зря возьмешь. У меня места нет. Взрывчатка. Че я взял? Герои, блин. У меня все равно еще 8 домовых есть. Давай, давай, да, закидаем, да. И я подойду. Нам по дороге на юго-восток надо. Ну, да, вот сейчас по дороге выйдете, вот метров 50 сейчас пройдете, уже он будет оказаться. А куда надо идти? Чего это за нас? Туда. Смотрим. На 150. Ой, зря поехал кто-то дорос. Сейчас сгорит нам. Нифига себе. Что за форма лайк? Куропат. Обратка пошла. А мы как пойдем пропить? Давай пойдем слева. Давай, у меня все равно рация опять нету. А, ну и ладно. Хотя хоть какие-нибудь ошибки пишут. Вообще ничего. Что? Как будто тупо рация сама не работает. Так-то мы разговариваем уже. Да. А и вообще ничего не происходит. Краб, тут человека не работает рация, уже и перезаходить пробовал, и все такое бывает? Нет. Странно. Куда копать? Ну, Shift L надо нажать. Shift L? Да. А, да, показывает что-то. Так, о, что заработало. Ты, заработало. Спасибо. Господи, как эта граната вообще работает? На парашюте. Какая? Я знаю, на парашюте. Она нормально летит, нормально падает. Ну это ручная граната, обычная ручная граната. Как ракета. А куда попасть надо? Прямо в танк? Под ноги. Пробуй. Подойти надо в люк, закинуть чисто. Криптом. А можно до гранату в люк закинуть? Я не успел адаптировать скрипт, поэтому нет, пока нет. Репит, сейчас тут на выходе из леса танк покажется, быстренько пробегаешь, чтобы от нее попасть на него. А, ты уже пробежал, и все. Ага. Ты как там, цел? Еще цел? Да, вот я бегу походу на тебя. А, я задымил просто. С запада в лесочке сидит пехотинец один. Пытаюсь увидеть. Пусть работает, если начнет работать. А ты не достал. Помогите, за танком сидит. И меч. Че он ездит даже? Репит, слушай, давай мы зайдем это, смотри. Домик? Слева, слева на 100, видишь дома? Мы туда сейчас прогуляемся, да, и в, это, в тыл зайдем к танку. Там будет такой на обход будет. Вы учтите, у него 5 фугасов и куча пулеметных лент. Он довольный. Поэтому считайте, сколько фугасов уже полетело. 3. Ну и у него там бронебойные остаются только, поэтому от них толку никакого. Короче, сколько до него? Метров 68.
60 только максимум, наверное, стоит. Я на север сейчас дымы кидать. Я бы рассчитывал метров на 40. Ну, а по какой именно? В поле, где эти сено скатано в эти круглые херони, там американец шатается между ними. И это... учтите... Давай. Оттуда как раз убежали, где американец. Ага. Крафтер. Да, живой. Паша, по какой именно резке стрелять? Смотри, если от цели... Ну, блин, сейчас выйдет здесь забор. Да, они могут быть внизу, они не могут за круг выйти, как они могут быть внизу? Там круг большой достаточно. У меня надо головой. Фугас. Нет, это сейчас не фугас. Короче, если дам цели метров 30, и убрать упреждение 2 окна этих нижних, то на 30-40 улетит. Надо, короче, убить, который с запада чувак, и заходить сбоку. Да, короче, внешних всех поперебить, а тот, кто сидит в танке, он слепой, и можно обойти будет с одной стороны. Вот танк сейчас по мне херачит, я, по-моему, убил американца, боль. Сейчас они мою гору обрабатывают там. Я попробую с репитом с кормы зайти. Флайер, мы, кажется, чуть корабль не... Нет, я не стрелял вообще ни разу. Да мы просто в краб тебе дымов накидали. Он по тебе... Я стреляю одиночно. Не-не-не, краб... А, когда не... Да я ему, где противник? Паша, ты куда делся? Да я здесь в городе шарюсь. Подошел к танку, ребят. Кыркыркыркыркы. Да, я на шоссейку уже вышел, который на юге. Ну, взрывай, чё? Аллах Акбар, прощай! Застрял он в 80. Это пошло не так. Я прямо на него, блядь, гранаты кинул. А он крутит. Так, так, вижу еще противника. Один из под... Паша не крутит, Вера. Так, да, я дай на он стою в сторону. Амбар такой деревянный. Дол подбега. Слева большое дерево, вот он под деревом. Я сейчас его РПГ разрежу. Ай-яй-яй. Кто по мне лупит? Я в него эту гранату. Да, вижу, вижу. Сейчас, если по мне не будут свои стрелять, я подбегу из РПГ Хестерена. Он нашу сторону смотрит, Верс, покидает нам и постреляй по ним, что он отсюда. А чё, кто-то... Что? Я говорю, мы сейчас по двоим чувакам стреляли, они подбегали к танку, щип. Сейчас я его процессор сломаю. Ой-ой. Слушай, Паша, он на юг очень хорошо смотрит. Да вот его уже привлекли сюда, и блин. Я за стопок сижу. О, в него дым закидайте, пусть он ни хрена не видит. Отлично. Я живой бегу. Сейчас РПГ заряжу. Смотри, чтоб никто не будет. Куда он пушкой смотрит? Попробую тоже дымовки. А кто там приседе сидит? Пока хватит, свой. Я РПГ достаю. Отойди, от танка отойди. Подошел? Алло, Акбар. Мимо? Нет, него. Жесть. Троих в рандом. А почему миссия закончилась? Убили всех, видимо.